Сашка, а во что мы сегодня будем играть? Ну, давай мы будем играть в строителей. Не хочу. Тогда давай в мореплавателей. Я плавать не умею. А тогда давай в индейцев. Индейцев? Да. А это интересно. А что делают настоящие индейцы? Ну, как что? Они строят шалаши, танцуют странные танцы и разукрашивают лица. Ой, а это интересно. Сейчас устроим. Вот теперь мы настоящие индейцы. Нет, для этого нам нужно построить шалаш. Ну тогда, индеец смело орел, мы идем в лес. Хорошо, быстрая чайка, только я сперва надену кофту. Зачем тебе кофта? Настоящие индейцы кофт не носят. Здравствуйте, ребята. О, а куда это вы собрались? Здравствуй, Карлсон. Ну ты что, не видишь? Мы же настоящие индейцы. Ага. А вы прям вот в таком виде пойдете? Ну да. А что? А вы никого в лесу не боитесь? Кого там бояться? Медведя, что ли? Нет, там есть враги гораздо меньше. Белочки? Так мы их не боимся? Нет, меньше белочек. Воробьи. Да какие еще воробьи? Не воробьи, а энцефалитные клещи. Энцефалитные клещи? Да. Но они же маленькие. Что они нам сделают? Маленькие, да удаленькие. Вы вообще знаете, где они обитают? А в лесу на деревьях сидят? Нет, они обитают в траве. Это получается, они на кроссовке прыгнуть могут. А они кусаются? О, еще как кусаются. Они передают инфекционные заболевания. Простуду, что ли? Если бы простуду, Антошка, они передают энцефалит. Как страшно! Да. А что же нам делать, чтобы нас не укусили? Да. Главное соблюдать правила поведения в лесу. Вы готовы записывать? Готовы. Записывайте. Правило номер один. Прежде чем пойти в лес, обязательно нужно надеть головной убор, кофту с длинным рукавом и штаны, чтобы клещ не добрался до кожи шеи, рук и ног. Записывайте. Правило номер два. Если все-таки вас укусил клещ, не пытайтесь извлечь его самостоятельно. Лучше сразу обратиться к врачу. Правильно, Юленька. И правило номер три. После похода в лес нужно обязательно проверить одежду на наличие клещей. Потому что клещи, они очень хитрые и могут спрятаться между складками вашей одежды. Какие простые правила! Я сразу все запомнил. Я тоже все запомнила. Молодцы! И я снова задам вам вопрос. Вы вот так в лес пойдете? Нет. Сейчас мы правильно оденемся и пойдем строить шалаш. А индейцам быть весело? Очень весело. Ну тогда я с вами пойду. До новых встреч!